Хорош, Келвин. Хорош расслабляться. Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть. Sun on the Forest. Новый день. Новые планы. О! Подожди, подожди. Это подруга там гуляет? Да. Это она там гуляет. Так, я сейчас рыбки хочу с собой взять. Пожарилась? Да. С собой заберу. Значит так, дружище. Келвин. Иди за мной. Я ему сейчас дам задание. Да, понял? Иди сюда. Иди сюда. Здесь у нас камни. Вот как раз на склоне я ему скажу. Вот сюда иди, прямо вот сюда иди. Во, все, стой. Стой. Иди сюда, говорю. Так, смотри. Да, блин, не то, не то. Стой, стой. Погоди. Одну и ту же за команду дал. Он теперь скажет, ты что там, с ума сошел, что ли? Стой! Время трачу. Так. Возьми, значит, бревна и брось их здесь. Твоя задача, пока меня не будет, таскать вот сюда бревна, чтобы они далеко не укатывались, они будут, по сути, цепляться за эти камни. Так, а я сейчас иду... Я сейчас иду в одно место. Сколько у меня стрел при себе? 10. Ну, давайте, как минимум, в два раза больше надо с собой стрел. Хотя бы 8 сделать, чтобы 16 было. На всякий случай. Приду, будем строиться. Так, значит, 2 пера и 4 камушка. Все, отлично. Закрываем. Трекер. Иду вот в это место. Иду в пещеру, полезу. Подожди-ка, по-моему. Там пещера находится. Я в прошлой серии мимо нее как раз проходил. Там, где машины стояли. В ней еще чувак там отдыхал. Вот где-то здесь вроде. Если я не ошибаюсь. Да. Да-да-да-да, вот сюда. Пока тихо. Лезем сюда. Тут есть бункер, мы в него залезем. Надо его облутать. Трекер можно убрать, от него толку сейчас будет ноль. Во. И давай, знаешь что? Возьмем на всякий случай. Стоп. А вот это немножко не так. У меня копья-то нет, что ли? В быстром доступе. Так, добавить. Добавляю. Отлично. И тишина. Только вода капает. Ну, как обычно, сейчас начнутся страшные звуки.
Да-да-да, но вы даете. Так, лезем. Лезем в бункер. Что это такое? Кусочек мозгов? Блин, бекон, ё-моё, стейка. Подожди, стой, мне... Погоди, мне не показалось же, кусочек стейка, бекона и мозгов. Не показалось, если еще потом показалось. Что за фигня? Вот тут завтраки есть. Можно неплохо так залутаться. Подсветочку. Доширак какой-то. Винище, которое взять нельзя. Ну да. Погоди, а здесь еще два кусочка. Здесь надо все залутать. А, это лишнее у меня, ну да. Погоди, стоп. Зачем халяву? Сколько их максимально? 4 я таскаю. Съесть, давайте съедим. Давайте съедим, вот что пропадать-то зря, добро-то будет. Вот и все. А это я подберу. Во, смотрите, тут мясо кто-то оставил сырое и еще что-то. Батончики, ничего себе, вот это нормально. Еще куски мяса. Карточка, ну, соответственно, карточки-то у меня тут никакой нету. Ничего себе. Жаль, взять нельзя. Можно жить прямо, палатку ставить и жить. Погоди-ка, тут я... Ага. Какая-то... Записка. Не знаю, что тут написано. Убрать. Стрелы чуваков, кто-то тут пришпандорил. Так, я тут все подобрал. Здесь, да. С этой стороны. Все надо обыскать. Все. Тоже кто-то пригвоздил его. О, пылесос. Робот-пылесос, давай мой как следует. Тут смотри, сколько кровищи-то, ё-моё. Да, и тут мы уже больше взять ничего не можем. Что это такое? Что за дрянь какая-то? Непонятная. Во, еще какие-то кусочки. А что с ними делать-то? Их еще есть, что ли, можно? Или что? Они как еда идут, или... Ну, здесь все. Так, ладно, возвращаемся. Возвращаемся. Больше тут ничего взять нельзя. А, вон у нас лестница-то где. Полезли. Ну, как всегда, тут звуки стрёмные. Я понимаю, что тут никого нету, кроме нас. Кроме меня, точнее, и меня с вами, да? Но, как обычно, а вдруг, да, кто-нибудь тут вылезет? Слышите звуки? Как будто где-то кто-то что-то роет здесь. Я сейчас пошумлю тут. Да, место, конечно, вроде бы относительно спокойное, но атмосферка все равно, честно говоря, такая гнетущая. Фу! Все, мы тут. Пошлите к лагерю. Там, скорее всего, у нас уже
Гости приходят, хотя Келвина поблизости я не наблюдаю. Подожди, надо этот достать, трекер. Келвин вроде на месте. Значит, никто не приходил, никто его не спугнул. Потому что он бы уже прибежал бы, уже бы нажаловался бы. Мол, обижают. Друг, заступись. Сейчас посмотрим, сколько он там заготовил. Смотрите, вот они приходили, да, в прошлую серию. Вот как раз, ну не совсем отсюда, вот как бы немножко левее, если брать. Они приходили, значит, там у них выше лагерь находится. И они все время откуда-то из лагеря приходили. Подустал. Я хочу просто из этих зарослей выйти на открытое место. Я себя так покомфортнее чувствую. Фу, чуть отдохнуть. А, подожди-ка. Вон они! Вон они, гаврики. Ко мне бегут. Куда он делся-то? Я видел одного. А подожди-ка, это Келвин был. А не Келвина про... Это Келвин бегал. А куда он туда ломанулся-то? Я что-то здесь никого не вижу. А, это Келвин бегает. Он просто там дрова рубит. Кстати, у меня лук-то в быстром доступе? Нет, не в быстром. Гранаты, таблетки, камушки, сигналка. Рюкзак. Лук. Я могу добавить? А вместо чего он теперь? Вместо топора, что ли? Серьезно? Тогда удалить-то этот и добавить топор. Потому что рубка дров... Ну, по крайней мере, топором и луком я больше пользуюсь. А если я уберу, например, камушки, я могу топор добавить? Нет, он... То есть оружие основных можно два таскать. Понял. Камушки, ну, я не знаю, зачем они мне там добавлять их. В принципе, не особо нужны. Все, ладно, понял. Если что... Сразу лук, оп, и так. Хорошо, давайте поможем Келвину, он тут нарубил и еще не дотащил. У него тут, скорее всего, укатились они. Так, ставлю стойки. Ну, пока ставлю. Нет, стой, не-не-не-не. Дом, ребята, я буду... расширять еще и в эту сторону. Этот дом будет, он не такой, как вот сейчас кажется, на первый взгляд. Он будет больше. О, Келвин, молодец, таскает. Палочку заберу. Ну, раз он ко мне не прибежал, значит все спокойно. Значит, было все спокойно. Так, сейчас. Хочу посмотреть. А, тут... Не, все нормально. Блин. Вот Келвин дает. Увидел тут два бревна, которые я бросил. И решил их убрать. Нет, сейчас, погоди. Я пока их просто, чтобы он их у меня ни отсюда не убрал. Я их пока вот так поставлю. Типа они задействованы. Сейчас я их отсюда уберу. Он отдыхает. Отдыхает. Так, ладно. Значит, я хочу туда еще, в эту сторону, дом расширить. А, ну, наверное, на один или на два. И с шириной будет вот от этого столба. Значит, убираем. Раз, два. И вот осюдва. Так. Вот таким макаром. Опачки. Забираем. Пока здесь пускай будет, но еще понадобится это бревно. Келвин, обойди, хватит, что ты лазишь, блин.
А, вот здесь, кстати, еще бревно. Сразу ставим. Еще один. Ага. Так, ну и надо посматривать. К нам уже, помню, да, приходили здоровые аборигены с большой дубиной. Надо глаз да глаз за такими мутантами огромными. Сколько у меня при себе броньки? Две броньки одета. Во! Вот и товарищи пожаловали. Так, я пока поставлю. Так, они сейчас будут моего приятеля, друга, обижать. Той, упал, упал. Во, блин, это... А, не, я уж... Ах ты засранец, из-под тишка. Мимо. Опа, это какой-то в броне залутанный. Ё-моё, ребята там в какие-то в красной одежде идут. Фига себе. Келвин, беги. Чего ты тут? Келвин, что ты творишь-то? Уходи. Смотрите, там какие-то красные мутанты пришли. Уходи! Засранцы! Ты смотри. С ними надо бы сейчас... Ой, это какой-то... Ху-ху-ху-ху! Срочно восстанавливаем здоровье. Вы видели, что творят? Такая банда уже усиленная пришла. А что по броньке у меня? О, кстати, у меня есть дополнительная броня, которую я почему-то не использовал. Так, сколько? Я один комплект еще могу сделать. Ладно. И костей у меня больше нету. Надо поосторожнее сейчас, иначе они меня просто вынесут. И надо было вообще сохраниться по-хорошему, но я не успел. Смотри, 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 смотри. Бегут за мной. Ничего себе, заваншотил его. О, вот это Кинг-Конг-то опять. Чего ты там пальцы крутишь свои? Стрелы закончились. Блин, ребят, вот это битва. Вот это битва, но палок-то у меня достаточно. Камушков, в принципе, тоже. Ё-моё, вот это да. Я надеюсь, там Келвин жив, потому что... Я не знаю, вот эти красные какие-то пришли новые мутанты. Бойцы какие-то новые, да? То есть их раньше до этого не было. Плюс вот этот вот пришел здоровяк. Так, надо сейчас 16 стрел сделать, потому что вряд ли я 20 опять смогу сделать. На крайняк у меня есть копья. Буду, если что, копья кидать. Вот это битва, блин. А по-хорошему нужно будет вообще делать, ребята, оборонительную вышку, с которой я буду просто настреливать. Камушки, кстати, тоже заканчиваются. Давайте сделаем еще... Во, у меня же гранаты есть, ребята, на всякий случай. И она есть у меня в инвентаре, если что. Нифига себе! Ребята, вы видели?
Вон та здоровая глыба. Она кинула, взяла вон тот мелкого и отфигарила его просто. Я могу с него броню снять? Серьезно, не могу. Камушек мелкий забираю. Вот этого он взял и просто киданул что-то. Переизбыток стрел. Хотел убежать. Идем спасать туда, там красный, офигел вообще. Идет. Главное не дать себя окружить. Бежит. Жарабас бежит. Ах ты, мазила-то. Блин, вы... Ё-моё, отходим. А толстый, этот ты чё упал? В красном-то. Так... Нифига себе он. Нифига себе. Ах ты, зараза. Где еще один? Вон он там бегает. Ху-ху-ху-ху. Вот это племя мы выбили. Там еще один какой-то не... Но он такой, уже не такой сильный бегает. Вон он там прыгает. Гранату убери. А то случайно взору что-нибудь тут ненароком. Фу. Вон он там что-то... Идет. Так, я на тебе испытаю другие стрелы. Блин. Теперь надо постоянно оглядываться. Где этот гаврик? Он там тренируется. А у меня одна такая стрела, что ли, была? Да. Все, теперь их надо сжигать и восстанавливать броню. Но вот этих здоровых, конечно, лутать не получится. Блин, что я делаю? Бежим к воде. Надо, кстати, принять лекарство, сейчас будет. Все, затушилось. О! Бревно. Блин! Еще один идет на разборке. О, этот-то живой. Блин, ребята, там еще один идет. И второй встал. Погоди, я его что, не вырубил, что ли? И у меня палок. На последний, короче. Блин, я даже стрелы сделать не могу. Так, а сколько у меня стрел осталось? 15, ладно, работаем. 15 стрел еще есть. Дело в том, что уже ночь сейчас. Смотри, вон тот. Супер броней какой-то бегает. И вот этот. Он там Келвин, наверное, гоняет. Этот убежал. Но он сейчас вернется. Блин. Вот же засранца. Надо будет это
Надо сохраниться, во-первых. Вот это они устроили. Давайте новое. Сейчас надо будет спать лечь. Так, во-первых, надо вот этого гаврика бросить сжечь. А я пока тут базу охраняю. Да, вон он там ходит. Он даже не убегает. Фу. А вышку нужно будет строить, ребят. Специальную оборонительную вышку. Вот прямо на этом месте, где-нибудь вот здесь вот, где... Вот буквально в 20 метрах. Чтобы в случае чего на нее залезать, на ней сделать запас стрел, палок сделать запас, чтобы камни, ну там, чтобы стрелы делать, да? Так, а что, может быть, мы попробуем это? Поспать быстренько, время промотать, может быть, они пропадут. Пробуем. Нельзя. Нельзя. Пока тут эти ходят. Вот он. Вот этот прям подошел. Нельзя уснуть. Ну, в принципе, как в первом The Forest. Там тоже, если рядом с тобой ходят аборигены, уснуть не получится. А мне не даст сейчас никак уснуть. Время мотать. Вообще темень полная. Ничего не видно. Мои-то все убежали, понятное дело. Так, ну буду надеяться на то, что... А, кстати. Не. Давай так возьму просто. Надо будет тотемы делать. Я хочу просто осветить территорию, посмотреть. Вон он бегает там, я вижу очертания. Давай. Бо, и зима наступила. Зима наступила. Зашибись. Просто зашибись. Может быть, они зимой меньше ходить будут? Во, он стоит! Что-то у меня предчувствие, что мне... Он уже здесь. Что мне придется... Гладиаторские бои. А, я только одним в него попал. С моим копьем бегает. Ничего себе, нет. Хорошо бы, если бы с одного удара можно было выносить. Было бы, конечно, прикольно. Так, мне мясо вообще по-хорошему надо жарить. Давайте я съем батончики. Потому что надо подкрепиться. И попить. И зима пришла, а я не успел построиться. Так, что еще съесть? Сухпайок. Так, и газировочки. Лук. У меня там стрелы-то еще есть. Чё это ты? Валить, я говорю, отсюда! В броне в какой-то конкретной. Иди сюда. Я надеюсь, он не встанет, как предыдущий. Так, а я теперь смогу найти вот какие-нибудь камушки? Или, блин, я теперь замерзать буду, наверное. Мне кажется.
До зимы мы не успели. Как бы не пришлось бы теперь возвращаться в старый лагерь, зиму пережить, потому что там уже дом есть. Там снега не будет, по крайней мере. О, Келлен работает. Надо сейчас, кстати, мясо положить. Кости есть? Да. Лишние, блин. Сейчас быстренько сделаю броньки. Восстановлю. Так, надеть. Так, ну в общем я сколько получается на себе сейчас? 6 единиц брони надето. 6 единиц брони. Плохо то, что у меня не хватает камушков для лука. Так, пока тут тоже ставлю везде столбы. Продолжаю строиться. Я не знаю, будет ли мой персонаж замерзать. Непонятно еще пока до конца. Так, и сюда тоже. Дай-ка подложу в костер. Можно подложить-то? Или... А нет, он... Как бы получается... Нельзя. Так, а что ты... Вам холодно и мокро? Блин. Холодно и мокро. Ну, не знаю, мне кажется, нужно возвращаться в это... В старое жилище. Сюда вернемся... весной, потому что я не успею достроиться просто. Давайте, ребята, возвращаемся в старое жилище. Сейчас нужно просто сейчас сохранюсь. Там-то я точно могу это. Я не думал, что зима так быстро наступит. Сейчас только пожарю это. Куски мяса. Раз, два. А, у меня рыба-то была, а она не жарена на сарае. Три, вот так. И будем возвращаться. Потому что, ну, достроить я не успею. Нужно Келвина перехватить. Где он там? Еще не видно его пока. Он рубит еще только. Ладно, сейчас. Сейчас пожарится. А, подожди-ка, рыбина, ну, вроде еще нет. Во. В принципе, думаю, можно забирать. Все. Так. Давай, ладно, я сейчас последний беру. И перехвачу Келвина. И возвращаемся на базу. Туда-обратно, на первую базу. Тут больше нечего делать. Мы просто... Постоянно я буду замерзать. И вон там надо сейчас будет бревно взять. Келвин, стой, дружище, стой. Блин, ну ты молодец, конечно. Красиво сделал. И довольный. Смотри. Идем домой. Понял? Весной вернемся. Давай вот эти два ставлю и пошли отсюда. Так. Так. Все, пошли. Вон эти гаврики там бегают. А я вот что думаю. Мы сейчас вдоль пляжа ты нам и пойдем. Да, нам нужно просто полуостров обогнуть, но мы заодно залутаемся просто. Убери. Вон я там вижу, вон там один крадется. Пошли.
Возвращаемся. Мы сейчас просто вернемся другой дорогой. И я тут не ходил. Мы как бы заодно и проверим. Может быть, там лут какой-то будет интересный попадется. Вдоль пляжа-то. Кто его знает. Тут типа тропа какая-то. Да, тут тропа идет. Мы идем сейчас по тропе. Сейчас выйдем на пляж. Сейчас вернемся, и надо будет в доме поставить... О, кстати, вон там еще один есть, смотрите. Плот-то. Тут их несколько плотов, на самом деле. Вон плот, да. Но... Уху-ху. А тут, смотрите, какое-то поселение было, да? Или они на зиму, свалили? Я могу сломать, потому что мне палки нужны. Нет, нельзя. Плохо. Жаль. Пошли, Келлан, пошли. Да, вон плот, но это не тот плот. Их, как бы я знаю, что плот еще в другом месте есть. Тут, походу, несколько плотов. Я сейчас к нему не поплыву, к этому плоту. За пистолетом он... Зимой, тем более. В следующий раз, когда лето будет. Кстати, тут что-то есть у нас, да? А оно залутать нельзя. Ладно. А, во, веревка есть. Пригодится. И палочки. У меня веревки все ушли на броню. Так, у нас тут лодка, а в лодке ничего нету. Металлическая, ничего себе тут. Вот тоже интересно, кстати, тут тоже лут есть какой-то, тряпочки. А, блин, я думал это тряпки, а они нет, это не тряпки. Мне интересно, зимой, насколько активны вообще аборигены? Камушки собираю, камушки понадобятся. Для стрел. И палочки я собираю. Вот это я все сломаю, мне палочки нужны. Вон оставили-то, а? Ломаю тут их искусство. Что по трекеру? Ну, еще далековато. Не так-то быстро. Так, интересно, ты тут, наверное, не пройдешь. Тут только я смогу пролезть. Давай в обход, Келвин. Давай. Ты сможешь. Я пойду вдоль пляжа, потому что я хочу здесь все обыскать. Во, кстати. Рыбина. Рыбина, рыбина, рыбина. Есть такое дело. Еда тоже нужна. Чтобы НЗ не тратить, да, всякие вот эти вот консервы там. Хотя консервы я, наверное, и вскрыть-то не смогу. Келлен, давай сюда. Буду бежать с копьем, чтобы на всякий случай, мало ли, сразу охотиться. Так, ну пока относительно спокойно, нам не попадаются на пути аборигены вдоль побережья тут. О, нормально, пройти смогу. Такие отвесные горы. Ух, ребята, смотрите, меня встречают. Гранаты закончились? Да. Но одного я убрал. Самого главного.
И один там остался. Келлан, иди за мной. Нас встретили. Сверху они вот, вот оттуда они с ущелья спустились и направились в нашу сторону. Так, вижу какие-то ящики. Келлан, ты на страже. Охраняй. Тут, скорее всего, тряпочка. И банка. Еще один ящик. Веревка. Две. Отлично. Блин, я замерзаю. Холодно. Однако. Это женщина, по-моему. Гоним ее отсюда. Бежим за ней, ее преследуем. Вроде за нами никто не бежит. Зато мы бежим за какой-то женщиной. Аборигенкой. Но я ее трогать не буду. Она вроде пока нас не... Или это парень? Непонятно. Вроде нас не трогает. Ладно, не будем на нее отвлекаться. Уходим, Келвин. А прикиньте, если бы сюда добавили каких-нибудь... вот зима настала, да? Местным аборигенам, например, холодно. Они менее активны. Но зато, например, зимой появляются какие-то другие мутанты. Такие снежные какие-то. Здоровые какие-то такие. Циклопы, блин. Было бы тоже круто, если бы добавили каких-нибудь... зимних, скажем так, аборигенов каких-нибудь. Даже не аборигенов простых, а каких-нибудь таких супер аборигенов. Типа, блин, реально каких-нибудь циклопов. Йети, блин. Так, камушки подбираю. Нас вроде никто не преследует. Так, палатку хочу поставить, опять же, для того, чтобы сохраниться. Фух. Вот, убери. Сейчас, никого нету. Вроде никого. Давайте сохранимся. Да, отлично. Теперь это все ломаю. В смысле? Да ладно! Серьезно? Келвин, задача. Разобрать... Он может разобрать предмет? Очистить, сделай, стой, построй, возьми, очисти... Блин, нет, это не то, он сейчас будет чистить. Нет, тут дальше никаких... Это все не то. И это все не то. Я знаю, что можно разрушать вот эти палатки, как бы, строение. Что за фигня? Ладно, оставляем, идем дальше. Может быть, и из-за зимы как-то это, зима влияет, не могу разобрать. Я знаю, что можно палку срубить эту, как бы, да, то есть сломать. И можно подобрать потом просто лут этот назад. Но в данном случае ничего не получается. Так, ребята, тут что-то... Какой-то лут есть. Ну, пока поднять нельзя, но тут разбросаны вещи. Хотя поднять особо ничего и нельзя тут. Что это такое я поднял? Что-то поднял. Камуфлированный костюм и что-то еще там было. Батончики. Мотки какие-то тут. Под снегом то, что плохо, под снегом заметено. Не все видно. Так, ладно, идем дальше. Путь на самом деле очень длинный домой. Даже вот в обход. Я только прошел полпути. Вот сколько я бегу, только полпути прошел. Еще бежать и бежать. Ура, ребята. Я уже вижу дом наш. Наш первый дом. Все, считай, мы уже дома. Считай, мы уже дома. Наконец-то. Очень долго шли. Считай, мы потратили весь день на то, чтобы
вернуться в обход, потому что шли. Интересно, черепахи зимой тут есть? Потому что я помню, они тут были. Летом. Летом были. И также я тут восполню боеприпасы, гранаты восполню. В течение зимы восполню ресурсы кое-какие. Но, по крайней мере, тут крыши есть. Внутри можно будет установить стрелы. Внутри можно будет установить. Потом соберу ресурсы. У нас тут даже костер горит. Нифига себе. Вот так вот. Сгнило, что ли, мясо-то или нет? Келлан, отдыхай. Дружище, отдыхай. Фу. Да, ему сейчас даже дам задание отдыхать. Так. Нет, стой, не то, не то, не то. Погоди, снова не то. Сейчас уже свечереть, кстати. Хотя не, погоди, Келвин. Погоди. Хотя ладно. На сегодня я ему дам отдых. Пускай отдыхает. День был тяжелый, опасный. Фух, оба замотались. Отдыхай, дружище. Отдыхай. Я пойду в дом. И, ну да, тут там, где главное, кровать, она вся в снегу. Но, по крайней мере, здесь можно тоже сделать костерок. Давайте займемся этим делом. Сделаем внутри костерок, чтобы внутри тоже было шикарно. Обстанов... Ну, по крайней мере, здесь ветер уже не так дует, да, и так далее. Все-таки более или менее уже намного лучше. Хотя можно сделать где-то в центре костер сделать, чтобы греться. Давайте по центру сделаем. Так. Погоди-ка, а на улице, по-моему, я всегда ломал две палки, а в доме получается как бы три, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Положи, положи. Седьмой-то положи. Вот так. О! Да это что за зомби, ребята, зомби! Он замерзший идет, смотрите. Он замерзший идет. Смотрите, он как зомби идет. Видите? А, во, блин, я уже подумал. Да. Смотрите, смотрите. А, это те, которые, помните, привязанные были. Возможно, они вот так и получаются. Они... Ух ты, хитро вышморганный-то. Вон там еще один. Вон там еще один на пляже. Пошел к Келвину. И слышу, 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 слышу. Засранец-то, а. Живой еще. Встанет. Ху-ху-ху, вон там еще один, ребята. А вон и подруга наша пришла. Не, вы видали, что происходит-то? Шкуры, да, мне говорили ребята, то, что это мутанты такие, надо броню снимать, да. Все верно. Обалдеть, я из-за этого его поднять не могу. Ху-ху-ху-ху, давайте сохранимся. Сохранимся. Вот это да. Не, мне просто вот интересно, они, возможно, так и получаются, да, так, потому что летом-то их не было, а зимой они начали шастать. Либо просто вот определенное время я отыграл, там, 10 дней, допустим, да, выживания, и они уже сами спавнятся и приходят. Я уже говорил, здесь точка спавна у них, они спавнятся здесь. Они здесь спавнятся. Проснись! Травы шморганы, а? Ах!
Он вот он как он крутится, вертится так, что ты в него не попадешь. Это хитро вышморганный. Очень опасный противник, ребята. Очень опасный. Он по определенной как бы дуге бежит. И Келвин бежит, значит там еще один пришел. Фу, Келвин, не подходи! Эта тварь, она особая. Фу, мне холодно. Да, я знаю, что мне холодно. Тут, блин, такие вещи происходят. Все, пошли греться. Ты как? Все нормально у тебя? Он нам услышал, тут бой идет. Пошел посмотреть, может, типа помочь надо. Дай-ка, у меня тут таблетки. Таблетки нужно восполнить, да. Потому что я же потратился. Сколько у меня сейчас при себе таблеток? 6, да? Ну и надо еще. Тут еще есть. Также восполнить надо скотч, который я потратил. Веревочки. Надо будет сейчас все это восполнить здесь на базе. Да-да-да-да. Патроны. Ну, патроны у нас пока копятся. Нам их... Во, самое главное, гранаты. Надо будет... Запас гранат восстановить здесь, на этой базе. Сигнальные ракеты я тоже тратил. Убери мишень. Прилепим потом кому-нибудь из мутантов на голову и будем стрелять. И скотч. Ху-ху-ху, вот это да. Камушек. Так, что с мясом? Ничего не будет, ну-ка, пробуем. Не, нормально, все нормально. Подруга ушла. Кстати, надо сюда дров подкинуть. А, подожди-ка, я же вроде... Я серьезно, у меня тут дров нет, что ли? Я не оставлял. Давайте, значит, вот так расколем. Все равно пригодится, лучше одну я сейчас... Пущу на дрова. Посматриваю. А то у нас любят гости неожиданно приходить. Так, я, наверное, их здесь сложу. Почему я не могу сложить? Что за дела? Так, ладно. Третий, по-моему, нельзя положить. А, нет. А я помню, у меня же тут дрова были. Вот здесь, я помню, были дрова-то. Вот здесь были, с этой стороны-то. Келвин, ну иди, ты, блин, ботинки сожгешь. Вот. И я помню, вот здесь были дрова тоже. Может, они есть, просто их не видно. Келлен прямо в сугробе. Иди сюда. Иди за мной. В дом заходи, не стесняйся. Прямо здесь можно будет сделать. Так, стоп. Я ему сейчас скажу, прямо здесь в доме отдыхай. Может, он сядет на... Да, блин, опять не то, не то, не то. Да погоди, стой. Он скажет, я мозги уже это самого уже не соображает. Сколько можно одно и то же говорить, да? Стой. Сделай перерыв. Все.
Все, садись, отдыхай прямо. Надо будет здесь стул какой-нибудь сделать. Возможно, что-то не хватает скамейки или стула. И нужно будет делать завтра крышу и оборонительную. А он спать лег. Вот молодец. Вот молодец, он уже спать лег. Уже ночь. Надо будет вышку здесь оборонительную тоже сделать. Потому что они будут приходить, чтобы с нее настреливать. Келвину уже сны снятся. А я тут на шухере стою. На страже. Так, ну что, ребята, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока. А я тоже спать. Келвин уже храпит, блин.